Добро пожаловать в Gears of Neverus. Это гайд по героям. Следующий наш герой — это Девауэ. Это мясо, можно сказать, пуч в игре Dota 2. Или Dota. Первый — это, как обычно, крюк, который вы запускаете. Наносит он 400 физического. Второй — это вонючка. 100 единиц магического на секунду возле вас. Замедление врагов на 20%. Третий — это пассивка, который добавляет 4 магические брони и также добавляет 1 силу за убитого вражеского героя. И ульта у него — поедание. Вы на 30 секунды оглушаете соперника и наносите ему 175 магического урона в секунду. Ну что ж, погнали. Начальными предметами для него служат скороходы, топорик лесоруба и головной убор шамана. И погнали качаться. Так что же, мы уже раскачались, и можно попробовать. Ага, ага, ну смотрите. Делаем хук. Не попаду. Ну что, сейчас. И удар. Дабл тап. Поэтому это 100% путь. Можно за него свободно играть. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь. Спасибо. Всем до свидания.